Опрос, проведенный исследовательским центром в преддверии Дня учителя, показал, что, по мнению жителей страны, педагогам следует равняться на Нестора Петровича Северова из фильма «Большая перемена» и Илью Семеновича Мельникова из замечательного фильма «Доживем до понедельника». В вопросе приняли участие тысячу представителей экономически активного населения России из разных регионов страны. Участникам нужно было ответить на один вопрос. Какого учителя из художественного фильма вы считаете примером для подражания для современных учителей? Больше всего голосов набрал историк Нестор Петрович, персонаж Михаила Кононова из кинофильма «Большая перемена». На втором месте тоже историк Илья Мельников, сыгранный Вячеславом Тихоновым в фильме «Доживем до понедельника». И всего 6% опрошенных заявили, что среди киноперсонажей нет педагогов, с которых стоило бы взять пример. И вспоминали собственных учителей.